Вернувшись из армии, он сразу устроился охранником в супермаркет недалеко от дома. А что? Зарплата пусть и небольшая, зато сразу, без всякой учебы и карьерной лестницы. Ему хватало. Прикупил недорогой одежды, щеголять не перед кем было. Девушка его не дождалась, друзья тоже как-то порастерялись. У кого бизнес, у кого семья, у кого шумные тусовки, которые он никогда не любил. Так и жили с мамой вдвоем. Сделали небольшой ремонт, он починил все, что сломалось за время его отсутствия. И потекли будни – работа, дом. Причем работа преобладала. Помимо своих смен, он никогда не отказывался подменить напарников, праздники, да и вообще, когда попросят. Люди семейные, им нужнее. А он что? Одна радость – маме-пенсионерке хороших продуктов домой принести, каким-нибудь деликатесом побаловать. А себе? Ну, иногда бутылочку пива, телевизор и спать. А завтра на работу. «Эх, Алёшенька, ну хоть бы ты с девушкой хорошей познакомился!» – вздыхала мама. «В кино бы сходили, в кафе. Сидишь тут в четырех стенах с телевизором. Ой, мам, ну где я познакомлюсь? Да еще с хорошей. Им сейчас клубы подавай, тачки дорогие, курорты. А я что? Простой охранник». И, обняв маму за плечи, ласково добавлял. «Не переживай, мамуль, нам и так хорошо. Пошли чайку попьем». Так шли дни, недели, месяцы, незаметно складываясь в года. Он сменил несколько мест работы. Магазины, офисы, фирмы периодически закрывались. На их месте появлялись новые, но охранники требовались везде и всегда. Характер работы наложил свой отпечаток на его лицо. Из просто серьезного и строгого оно постепенно превратилось в хмурое и угрюмое. Так же было и на душе. Мама стала сдавать. То голова, то давление, то сердце. Оно и понятно – возраст. Он был поздним ребенком, и к его 30 маме было уже за 70. А через пару лет схоронил. И уж тогда совсем забыл, каково это – улыбаться. А тем временем закрывалась очередная фирма, в которой он работал. И Алексей снова мониторил вакансии. Одна особенно заинтересовала, устраивали все условия. Вот только охранник требовался в зоопарк. «Хм, это что-то новенькое». Он задумался, но через минуту потянулся к телефону. «Какая, в принципе, разница? Что магазин, что зоопарк? Везде люди ходят. Ему-то что?» Звонок, собеседование, небольшая стажировка. Через несколько дней он уже приступил к работе. Поначалу все было как обычно. Отстоял смену и домой. И все же... Зоопарк – это вам не пустые коридоры офисов и фирм, где часами, кроме голых стен, взгляду не за что зацепиться. И не супермаркеты, где по утрам вздыхающие пенсионеры, днем спешащие перекусить студенты и клерки, а вечером уставшие после работы хозяйки, которым еще ужин готовить. В зоопарке люди гуляют, улыбаются, фотографируются, а дети хохочут и восторженно кричат. Но главное, в зоопарке кругом животные. И хотя новый охранник выглядел довольно хмурым, но внутри него уже что-то происходило. Как будто лед однообразной бессмысленной жизни, сковавший его душу, нет, еще не тронулся, но подтаивал. В зоопарке не всегда было людно. И в будничные рабочие часы или в непогоду Алексей обращал свой взгляд на клетки и вольеры, изучал информацию на табличках, а из-за прутьев и решеток на него с любопытством поглядывали разные глазки, глазищи и глазенки, изучая, в свою очередь, нового человека. Через полгода он знал наизусть всех животных зоопарка, их характеры и повадки, места обитания и численность в дикой природе. А они знали его. Он уже не выглядел так мрачно и хмуро, как раньше. Лицо его расслабилось и как будто посветлело. А когда он тихонько говорил с животными или наблюдал за их играми, уголки его губ робко ползли вверх,
образуя смешную, застенчивую улыбку. Алексей этих изменений не замечал. И вообще, о себе особо не задумывался. Зато наметанным взглядом замечал происходящее вокруг. Как-то по дороге на работу он увидел котенка, худенького, одинокого, с голодными глазами. До начала смены оставались считанные минуты. Недолго думая, он сунул котенка за пазуху и побежал к зоопарку. Там уже обитала местная кошка. Ее кормили, у нее было место в теплой подсобке, так что своего подопечного Алексей определил туда же. Кошка пошипела для порядка, но потом согласилась взять мальца на воспитание. Куда деваться? И теперь у взрослого одинокого мужчины Алексея появилась важная забота. Каждое утро он по дороге на работу заходил в магазин и покупал мальцу и его кошке-воспитательнице кошачьих консервов. На обед и в короткие перерывы Алексей приходил в подсобку, да и вечером забегал попрощаться с котенком. Работницы говорили: «Ты котенка-то домой бери, он явно тебя хозяином считает, вон хвостиком бегает за тобой». «Да я на работе чаще, чем дома, чего ему там одному сидеть?» Женщины переглядывались. «У-у-у, так тебе сперва хозяйку надо дома завести, а потом уж кота», – смеялись они. Смех смехом, а с личной жизнью у Алексея как-то не складывалось. Он и в юности-то с трудом представлял, как можно вот так взять и заговорить с девушкой. А сейчас, спустя годы молчания и одиночества, даже и не пытался. Все эти веселые, нарядные люди с детьми, колясками, шариками и мороженым представлялись ему одной пестрой, гомонящей толпой, за которой он внимательно следил, отвечая за безопасность и порядок, но лиц не видел. Впрочем, одно женское лицо он помнил в мельчайших подробностях, сам не понимая, когда успел разглядеть. Они приезжали каждое воскресенье, в любую погоду. Миловидная белокурая женщина с сыном в инвалидной коляске. Алексей уже ждал их, чтобы помочь с коляской на ступенях входа. Они никогда не сливались с толпой, задерживаясь возле тех животных, где людей было меньше. Особенно любил мальчик смотреть на волков и лисиц. А когда в вольеры выпустили подрастающий молодняк, он вообще не мог оторваться, наблюдая за их веселой вознёй. В одно дождливое воскресенье, когда посетителей почти не было, Алексей решился заговорить. Не с ней, с мальчиком. И то не первый. Мальчик спросил, действительно ли звери дикие, как в лесу. Или, может, не совсем? И можно хоть кого-нибудь, хоть разочек погладить? Так и завязался у них мужской разговор о волках, их повадках и о том, что гладить животных в зоопарке ни в коем случае нельзя. Хотя, кажется, есть один зверь, которого ты можешь погладить, если не испугаешься. Алексей, сидя на корточках возле мальчика, говорил совершенно серьезно. Но, посмотрев на женщину и поймав ее встревоженный взгляд, добавил: «Все в порядке, там зверь ручной». Сказав ей эти несколько слов, он смутился так, будто признался в любви. Поднявшись и не глядя на нее, он покатил инвалидное кресло к подсобке. Зверь мальчика не разочаровал, хоть и оказался обычным котенком. Обычным, игривым, пушистым, ласковым котенком. А мальчик в инвалидном кресле был обычным ребенком, а потому весело смеялся, когда котенок у него на коленях играл шнурками от куртки. Так и завязалось знакомство. Теперь каждое воскресенье котенок по имени Малец принимал гостей. Алексей с мальчиком Ромой общались легко. У них всегда находились какие-то темы для обсуждения, и одинаковые мальчишеские улыбки озаряли их лица. А вот с мамой Светланой Алексей, к своей великой досаде, не мог связать и двух слов. Он ждал каждой встречи, репетируя про себя, как пригласит ее куда-нибудь. Рома сообщил по секрету, что живут они вдвоем, без папы, и она ни с кем не встречается. Однако в очередное воскресенье
Он никак не мог сосредоточиться, и слова буквально застревали в горле. Но, как известно, красят мужчину не слова, а поступки. И кто-то свыше, видя, как мучаются и тратят время три хороших человека и один просто замечательный котенок, кто-то свыше дал Алексею возможность совершить поступок, который скажет все лучше любых слов. Случился у Алексея в воскресенье выходной. Как-то так выпал по графику впервые за долгое время. Пропустить встречу со Светланой и Ромкой он не мог, а потому ближе к обеду отправился в зоопарк. Время он подгадал точно, и они встретились у входа. «Сегодня точно скажу», – думал Алексей, пытаясь собраться с мыслями. Они тем временем обошли пол зоопарка, заглянули в подсобку к мальцу и отправились к лисам и волкам. Игривый котенок увязался следом. Возле волчьих вольеров рос огромный тополь, и малец взобрался на него, охотясь на воробьев. Он беззаботно прыгал по толстой ветке дерева, которая нависала над вольером молодняка. Волки-подростки устроили шумную возню, изображая серьезную схватку, и малец, то ли засмотревшись, то ли испугавшись, не удержался и рухнул к волкам. Они вмиг прекратили игру и бросились к котенку. Все это произошло в считанные секунды на глазах замерших зрителей, среди которых были и Светлана с Ромкой. А Алексей... «Не шумите, пожалуйста», – сказал он. «Света, набери Тамару Михайловну, пусть откроют волков, я выйду». И он протянул ей свой телефон. Затем быстро и ловко взобрался на высокий забор и, спрыгнув в вольер, спокойно пошел к волкам, окружившим шипящего и урчащего котенка. Волк – бесспорно серьезный и опасный хищник. Но щенки-подростки еще не настолько уверены в себе, чтобы быстро принимать решения. Поэтому они стояли вокруг неизвестного зверька, вытягивая шеи и с любопытством поглядывая друг на друга. Кто же первый решится поиграть с добычей? К тому же они были не голодны. Так что у Алексея было несколько секунд, чтобы спасти мальца. О себе он вообще не думал. Молодых волков не боялся, подходил спокойно и решительно. И они, почуяв в нем уверенность вожака, расступились. До котенка было два шага. Он стоял, выгнув спину, шерсть торчала дыбом, в расширенных зрачках застыл ужас. Только бы не рванул, догонят в два прыжка, и тогда уже не спасти. Алексей наклонился и протянул руку. В висках стучало. Казалось, его ударит током, когда он дотронется до котенка. Напряжение сконцентрировалось в воздухе в эти несколько секунд. И вдруг скрипнула дверь вольера. Работники зоопарка открывали ее снаружи. Волки оглянулись. Малец дернулся было бежать, но сильная рука уже крепко ухватила его, поднимая в воздух. Прижав котенка к груди и чуть поморщившись от впившихся в него острых крючков, Алексей все так же уверенно пошел к двери, за которой стояли работники зоопарка, готовые вмешаться. Все-таки ситуация была чрезвычайной. В клетке с хищниками находился человек, не работающий с животными. Вмешательство не потребовалось. Стая сопроводила Алексея до двери, уважительно соблюдая дистанцию. А дальше все как-то само собой сложилось, будто Алексей одним махом перепрыгнул лестничный пролет их знакомства, на котором все никак не мог подняться на вторую ступеньку. Вечером на кухне пили чай. Потом Светлана мазала зеленкой Алексея, исцарапанного спасенным зверем. А Ромка показывал мальцу свою комнату, вернее, теперь их общую. Хорошо, что мужчину красят не слова, а поступки. И те, кто не решается пригласить женщину на свидание, может просто войти в клетку с волками. Ну или хотя бы спасти одного маленького бездомного котенка.